Всем привет, ребятушки! Меня зовут Вячеслав, и сегодня мы попробуем поиграть в игру, которая называется Bolts Chronicles. А играть мы будем за вот этот шар, который стоит посредине экрана. В этой игре мы сможем разрушать всяческие объекты, потому что игра с полностью разрушаемым миром. Сможем выполнять различные задачи и, в принципе, просто путешествовать и развлекаться в этой игре. Давайте начнем новую игру и нажмем на любую клавишу, как нам советует игра. Видим, что наш шар умеет кататься, в принципе, быстро бегать, даже ускоряться и прыгать. Замечательно. Вот это что за такое за пленочка? Предлагаю ее взять. Одна из двух. Мне нужно найти еще одну. И мне попадали с нее какие-то синие сферки. Не знаю, скорее всего, нам покажут, что с ними делать дальше. Нажмите Y, я так понимаю. Пленка поставилась. Хорошо, давайте найдем еще одну пленку. А чё не нажимается? Ага, удар в падении есть. Хорошо. Буду знать. А обучение почему нет? Оу, привет, пацаны. Тусим. Классная музычка, да? Давайте я с тобой попрыгаю. Вы же не злы. А если вот так вот? Ты же не обидишься, нет? О, смотри, они даже не обижаются на меня. А нет, что-то он... Нет. Он очень недоволен, по-моему. Ух ты. Это вы мне предоставили возможность здесь все разрушить, правильно я понимаю? Ай, ну не так уж и все разрушается, между прочим. Телевизор. Давай сходим. Управляй шаром. Хорошо. Так, это мы куда-то переместились. А, вот, обучение показывать начали. Хорошо, но это я уже все умею, поэтому я очень быстро сейчас прокачу здесь, смотри, даже не буду смотреть, что там показывают, в принципе, потому что я это уже все выучил. Это рывок он показывает, а это держать, и мы катимся. Хорошо, вот это новенькое, этого я не знал. Главное не свалиться за пределы. Опа-на. Есть. Открыли мы себе проход, и нужно нажать на эту кнопку. Это мы уже умеем. Пока что легко идем. Здесь вроде как должны быть какие-то противники, боссы или что-то типа... Ой, ты ушибся, что ли? Ух ты. Повыпадали еще вот эти шарики. Блин, а неудобно их собирать, знаешь, потому что приходится за ними бегать, а они все рассыпаются в разные стороны. Ого! Долго я их тут буду собирать? Ладно, это же обучение, поэтому я думаю, все нам не нужны будут. Да и вы не сказали, зачем они вообще нужны. Что это? Фотик, ты меня сфоткал? Серьезно? Покажи. Блин, ну я с жопой повернулся, давай перефоткаем. А можно перефоткаться? Серьезно? Стой, стой! Еее, вот, это вот уже получше, да, фотография? Отлично. Круто. Мне нравится. Ой, извини, я не хотел. А, ясненько, это нужно им пробить стену. А вот чувак с щитом, он... А, мне показывает, что нужно на него прыгнуть и оттолкнуться. Ладно, без обид. Опа-на, а в сундучке еще шарики. Хорошо, легче тогда сундуки взрывать, потому что когда они взрываются, все эти шарики автоматически притягиваются к тебе. А когда они просто разбрасываются по полу, то они не притягиваются, нифига, видишь? Смотри, сундук разбил, все шарики собрал, и замечательно, они так, получается, бегать за ними полчаса. И чё? Не получается. Ладно, давай сначала сюда тогда сходим. Здесь какие-то особые зеленые шары. Ну их 15. Ух ты, 15, и он вырос. Вот это здорово. Ну теперь-то я проломлю все. Давай быстрее тогда. Да, оно уменьшается. А чё оно уменьшается? Стой. И что будет, когда оно... Эй, да ладно, я теперь думал, я всегда буду таким здоровым. То есть это дается нам на время баф, когда нам нужно что-то разбить большое, которое мы не сможем разбить в маленькой форме. Интересно, а умереть я здесь могу? Здесь и какие-то жизни или что-то типа того. Возможно, если насобираешь 100 вот этих маленьких, дается одна большая жизнь, или как так это работает? Стой, а что он показывает? А, он мне показывает правильную дверь. Ух ты. А если бы я в это ударился? А, здесь просто стена.
Ясно, я могу еще что-то сканировать, но не совсем понимаю зачем. 50. На Y, а что 50? Я накормил маленький шарик, он взорвался и оставил мне щит. Вот спасибо большое. И теперь мы можем блокировать. Это что такое агрессивный? Я же дружелюбный был, нет? А он меня попытался ударить. Давайте убежим теперь от него. А, он меня не преследует. Но это обучение, в принципе, наверное, здесь я не должен. А что я взял? На низ. И, ага, щит. Хорошо, поставлю такой, мне этот больше нравится. Давай еще раз сфоткаемся, вот так же классно. Ой, не-не-не-не-не. Есть. Ну, почти. Удерживайте правое зачем? Это приблизить, полюбоваться с собой? Какой классный шар получился, да? Ну, ладно. Ой, здесь что-то посложнее уже будет. Но я уже придумал, как мы это сделаем. Нужно два раза прыгнуть на этом батуте. Вот так, стой, нет, оттолкнись. На этот шар и от него тоже, отлично. Даже перелет небольшой получился. Ой. Замок разбить. Действительно, зачем искать ключи, если можно просто все разбивать? Замечательно, мне нравится эта игра. Но пока что все просто. Но должно же что-то усложниться в конечном итоге 100%. Включите, ребята, мне вот этот пропеллер, и я от вас улечу. Спасибо. Опа-на. И второй, получается, мой пленка. Второй мой пленка нашел. И я сейчас активирую, нам, наверное, что-то дадут. Или как-то мы продвинемся дальше по сюжету. Смотри, открылось что-то. А я даже пленку не вставил. А ну давай попробуем вставить пленку. А, и еще что-то открылось. А здесь что? Ой, извини. Алло. А, это просто шарик. Тогда не важно. А если вот этих тоже будут сать, может? Ой, но они как-то мало летят очень. Но он разозлился на меня. Это моя гримерочная, что ли? Или комната наград? Ой, прости, но это какой-то, видно, американский патриот играет, или... О, тут можно стилизацию полностью менять, круто. А я даже не знаю, какую. Не, ну флаг я не хочу ставить. Зачем? А мне это все, что у меня открыто. Блин, а почему мышка? Вот, все, теперь нету. Хорошо, а тут чисто флаги, серьезно? Не, ну я не хочу флаги. А есть что-то, кроме флагов? Нет, а можно вернуть назад все, как было, отменить? Не, ну не хочу, алло. Не, ну ладно, мне в принципе не важно, давайте поставим любой. Ну вот я из Украины лично, давайте Украину поставлю. Но я не хотел, мне бы какой-то там, не знаю, то ли может одноцветный, то, типа татуировки. А что такое? Давай вместе попробуем. Эй, смотри, по одной монетке дают. Не, ну это уж слишком задротство. Представляешь, сколько здесь нужно долбасить, чтобы... А они сохраняются, да? А, ну да, 248. То есть то, что я насобирал в обучении, оно в принципе мне сохранилось и в дальнейшую игру. Поэтому... А тут 3 нужно? А где же мне эти пленки брать? Ребятушки, вы чё? И тут 3 нужно. Сколько ж тут миссий-то? Давай туда прокатимся. А, ты в тубзик? Даже тубзик, можно сказать? Извини. О, это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Эй-эй-эй, Я же добрый, а чё он ко мне пристал? О, смотри, оглушил его. Ой. Давай попробуем в тубзик сходить. Подожди, занято. Он же за мной не пойдет в туалет, правильно? Вот как бы личное пространство мое, я здесь что хочу, то и ворочу, как бы, да? А ты смоешься, нет? Нет? А зачем тогда сделали этот туалет? Просто что был, да? Хорошо. Ой, я думал, он уже меня заблокировал с этой стороны, я больше никогда оттуда не выйду. Вот еще какой-то... А, это то же самое, я по кругу прошелся. Хорошо. Ой, здорово, давай тусить вместе. Оп, оп. О, смотри, ему нравлюсь. Ну, ты мне тоже нравишься. Наверное. Еще какая-то комнатка. А эти все щитами какие-то, они здоровые. Эй, здорово, что такое? Что делаем? Опа-на. Но они злятся, когда я их пинаю. Я не знаю, это как-то повлияет потом на дальнейшее развитие взаимоотношений с ними или нет. Ой, ну это кому-то видно яму вырыли, но это не мне, это я туда не хочу.
Хорошо, давай тогда тоже в этот телевизор залезем, посмотрим, что здесь интересного. Разрушай лодки викингов, спасай жителей, собирай кинопленку, открывай новые уровни. Интересно. Ух ты! Ничего себе. Это куда меня выпалило-то? Ага, мне показывают, где есть корабли. Хорошо, давай тогда пойдем корабли мочить. Мне же сказали корабли мочить. Давайте мочить корабли. Ой, а я здесь не пройду, здесь лес, да? А нет, пройду, смотри. Ой, ну они за Америку болеют, наверное. А чё вы раскатываетесь по всей территории? Это же глупость. А есть магнитик какой-то, чтобы я мог их притаскивать как-то побыстрее, то есть происходило дело? Ну, вообще, я не знаю, скорее всего... Эй, чё подлагивает немного? Даже не немного, я бы сказал. А ты враждебный, да? Стой! У меня же щит есть. Ой-ой-ой, они меня бьют. А чё вы меня лупасите? Я вам чё сделал? Ай! Ты странный. А чё он ещё радуется? А звук из миньонов, наверное, точнее, ну, да, в принципе, миньоны, наверное, гадкие, я, вот это вот все, и они так, знаешь, а-ха-ха-ха-ха, прям как они делают. А сюда не можно, да? Нет, получается, сюда не можно, и сюда нельзя. А что ж такое-то? А меня никуда не пускают. Блин, подожди, может мне чуть графику, я не знаю, уменьшить, потому что как-то оно что-то подлагивает. Давай на высокое поставим, я не знаю. Че оно подлагивает вообще, непонятно. Но я вообще к тем кораблям шел. Давайте попробуем дальше к ним продвигаться. Просто обойду их всех. Ой. А, я думал, это пленка выпала. Ой, он сам вырвался. Пока. Хе, прикольно. О, смотри, наконец-то сундук. Я их искал. Да отстань, я тебя вообще трогать не хочу. Чё ты пристал? Я его убил, серьезно? Блин, ты ж такая добрая игра, зачем? Смотри, а эти ребята, овцы, они трусят деревья, зачем? А, с них выпадают вот эти зелененькие штучки. Вот это, кстати, мое ХП, ХП. Потому что когда он меня бил, оно у меня чуть понизилось. 6, 7, смотри, 7. Ой-ой-ой, только не бей меня. Тут почему-то все хотят меня бить, я уже не знаю, от кого прятаться, с кем сражаться, знаешь. Мне хочется умирать, потому что, скорее всего, я это могу сделать, потому что ХПшка есть, значит и смерть тоже должна быть. Так, еще две штучки выбил. 11, отлично. Теперь оно начало светиться каким-то золотистым цветом. Мне нужен еще какой-то друг. Эй! Овечка, а ну-ка, встань туда. Можно ее как-то туда? Ну стой, не беги. Буду драться с тобой, потому что... Ой, мне кажется, я ее убил. Ладно, мне нужен какой-то приятель, чтобы вот... А если перепрыгнуть? Не, не получится, я только встаю, и он, получается, убирается. Ладно. Давайте попробуем еще вот эту штучку с деревьев полупить. Ну, ХПшка ни в одной игре лишней не была. Ой. Нужно еще к камере немного привык. 11, стой. А что она убавляется? У меня же было 11. 10. Оно за каждый удар убавляется или за что? Ой. Нифига, он злой с большим щитом. Я к тебе не пойду. Ну, малые не такие страшные. Ой, да чё вы деретесь все, а? На 3 удара, ясно. Эти зеленые штучки, которые вот под ним сразу, это показывают, сколько ударов. Вот эти 3 ударные. А вот эти, получается, должны быть намного ударов, да? Сколько у тебя? 3. Тоже 3. В смысле 3. Ой. Серьезно? А чё в обучении этого не было? Так же, конечно, намного легче играть, ребят. Давай попробуем, подождем, пока он меня ударит, и ударим его в отместку. Нифига, он мне даже щитом не заблокировал его удар, а чё такое? Не, тогда ты идешь в сторонку, потому что я как бы не собираюсь с тобой драться. Проломал. Еще раз, давай. Ой.
ты будешь биться, да, со мной? Вы же все деретесь. Стой, а что такое? Он щит убрал? А, он упрыгал просто. На. Этого захотел, да? Я ж предупреждал вообще-то. Не надо со мной связываться, потому что я владею кунг-фу. А они не послушали. Не послушай от гриба и лещей. Ой. Это секретный проход какой-то. Здесь очень много сундуков, мне это нравится. Только зачем я это все собираю, непонятно. Это другая сторона, точнее, в этот замок или этот храм, или что это такое. Можно попасть было многими путями, но я решил не проламываться через двери. Хорошо. В этом нет тогда никакого смысла, я вернусь вот сюда, да, я же смогу запрыгнуть? Нет, а он запрыгивал, почему я не могу? Видно, я не такой высокий, хорошо. И получается, я вышел за спиной вот этого чувачка. А я могу его со спины теперь ударить, да? Смотри, замечать, еще раз. Пока он себя не пришел, бей. Ай, да нет, он уже пришел. И бежим, бежим, бегим, 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 бежим. Я увидел тут сохраняющую, давайте сохранюсь на всякий случай. Отлично. 300, а что ты мне дашь за эти 300, подожди. Давай посмотрим, что он мне даст за 300, да, монеточек? В принципе, мне они не нужны. Вот это он рванул. А чё? Что? Он мне свой мешок отдал? В смысле? Это вообще нужно было делать? Наверное, не... он же... Это просто скин, правильно? Он же ничего не дает мне. Ну да, это просто скин. Ну ладно, пускай будет, в принципе. Но я не знаю, стоило ли... И просто, если нужно будет в дальнейшем покупать, например, какой-нибудь вот замок... Нет, разбивается. Но я имею в виду то, что, знаешь, возможно, где-то придется купить билет, я не знаю, возможно, на лодку или что-нибудь такое, и у меня не будет этих монет. И мне придется собирать их заново. А у тебя копье? Да ты отдашь копье? Ты добрый, да? Или лопат? Подожди, у него лопата. Что ты тут копаешь? Ладно, не буду тебе мешать. А от чего зависит, враждебные эти челики будут или как бы не враждебные? Перепрыгнем, нет? Да, отлично, перепрыгнул. Вот здорово. Не знаю, я, наверное, игру обманул. Отстань. Я, наверное, игру обманул, но как-то... Ой, на. Я точно знаю, что он будет враждебный, поэтому я его убью быстрее, чем он меня. Очень много падает с них этих штучек. Банс. Ой, ой. Ну чё, посражаемся, давайте тогда. Ой, ну этого с огромным щитом не получится, наверное, никак убить. Ой-ой-ой, ты чё? Не, давайте убежим отсюда. Потому что, мне кажется, он меня побьет. Отстаньте от меня, чё вы все такие агрессивные, ребят? Я не хочу, вот смотри, 6, уже 6, а, с них выпадает, в принципе, да? Выпадает, отлично, 7. Блин, а чё я вот этой кнопкой не пользуюсь? Нашел и не пользуюсь, представляешь? Я забываю, потому что постоянно. 511. Ну, очень удобно. Вот эта вот пылесосилка, которая всасывает, это прям обалденно. Ой, а что это? Это скелеты? А это пленка. А, у меня хватает, отлично. А вот за это я и говорил, что, видишь, 500 как бы нужно, а я все. И чё? И чё? А зачем я платил тогда за это все, если я не могу взять? Чё за странности такие? Хорошо. Еще одна сохраняшечка. Я хочу попробовать, вот, корабли, это же корабли, правильно? Давай попробуем корабли разбить. Тут еще есть, в принципе, ну не то чтобы открытый мир, но мир, в принципе, довольно-таки большой. Я сейчас постараюсь залезть куда-нибудь повыше, чтобы осмотреть, какие есть вообще тут поблизости интересные места. Это что такое? Ага, подключила дальше. Это вход в бункер, но он что-то не открывается. А что ты отключился? А ну-ка включись, может теперь? Или мне нужно здоровым шаром это проломить? Вот это вопрос. А как здесь сделать здоровый шар, если на него нужно чуть ли не 20 этих зеленых?
И плюс он уменьшается очень быстро. Но шарики, которые без щитов, они очень легко уничтожаются. Опа-на. Ага. Я, кажется, даже понял. Опа-на. Смотри, попал. Ой. Стой. Чё ты дерёшься? Отстань. А он тонуть может? Ой-ой-ой. О, смотри, утонул, походу. А нет, он плывет ко мне. Ты чё, гонишь? А если я? А если я? А если я? Ну нет, ты чё такой жесткий? Ты чё, босс? На. На. Еще разок давай. Не с тем связался, паря. Хорошо. Ой, я походу тону. Одну клетку из 18 разбил, но это мои друзья, они не должны меня атаковать. Ой-ой-ой. Отстань. Будешь знать, как за мной ходить. Мне кажется, или немного подрос. А в чем дело? Я попадаю вроде... А ты что такой, блядь, противный? А если в него бочкой запульнуть? Не получилось. Это как-то блокировать, наверное, нужно, потому что я прям не знаю, как с ним сражаться. Давай. Ну, двое на одного нечестно вообще нет. Ой. Не, подожди, я справляюсь. Справляюсь, отлично. Давай. Нужно просто их блокировать. Но не все почему-то блокируются. Есть огромные ребята, которые не блокируются. Подожди, а, нет, я думал, это горит. А что происходит? Почему не ломается корабль? Это ж бочки для этого и нужны, правильно? Скорее всего, но корабль не ломается. Что за бред? Давай теперь ты. Давай ты бей. А я подловлю тебя. Нет, не подловил. Подловил, отлично. А с него теперь ничего не выпало, да? Круто, круто. А ты что такое? Это просто прыгать на нем, да? Ну не обижайся, ладно, ты чё? А как? Может, мне вручную просто? Действительно, смотри. И он потонул, да? Круто. Давайте тогда то же самое проделаем с вот этим. Но, ребят, мне сказали, как бы я против вас, викингов, ничего не имею против, но... Меня попросили... разрушить все корабли. Я этим и занимаюсь. А теперь я убегаю. О! Что-то зелененькое светится. Давай возьмем. И сохраняшечка. Блин, вижу еще вот эту вот штуку, кстати. Давай сначала зеленый возьмем. Тут так много всего. За всем и не уследишь. Но, по крайней мере, оно мне показывает, где корабли находятся. Вот, ага, вон три корабля. А вот эти мне, получается, и... А вот эти мне не нужны, не нужны. Мне они хорошо. Еще там три. А почему пленки не показываются? Вот эти вот пленки было бы значительно лучше, если бы показывалось. Потому что корабли, в принципе, понятно, что их надо где-то на воде искать, а вот пленки, они могут быть где угодно. Есть. Одна из 15 пленок на этом уровне, вы чего? Давай поищем высокое место. Вот я хочу найти... Стой. Я хочу найти высокое место и посмотреть, насколько большая карта здесь. Забавная игрушка, мне она нравится. Ничего себе, что это такое? А, это они напали, получается, на поселение, да, смотри? Бам! Ой, как медленно, ой, как медленно, ой, как медленно. А ты еще большой такой. Бегите, ой, ой-ой-ой, бегите, бегите, подождите, а у меня проблема. Я загорелся, а теперь я не загорелся, потому что я упал в воду, замечательно. Давай сохранимся, и дождь пошел. А как я мог загореться так надолго, если дождь пошел? А куда ж можно залезть? Давай на вот этот замок залезем, попробуем.
скорее всего, я смогу здесь, потому что я увидел там батут, и я думаю, он для этого и предназначается, чтобы перемахнуть через крышу замка, да? Отлично. А, то есть ты добрый, да? Извини, но просто все тут, знаешь, сражаются, а ты как-то не сражаешься. Я не знаю, от чего это зависит. Но вот так вот, как-то так. Опа. Есть. По-моему, я наловчился. Смотри, ну карта довольно-таки большая. Я бы даже сказал приличная, потому что, ну, серьезно, еще с этой стороны что-то есть. За замком, скорее всего. Ну и так, в принципе, вон эти ворота, которые я пытался проломить, они фиг знает где отсюда. Да, довольно-таки большая карта. И это только, я напоминаю, что это одна часть, а там их еще фиг знает сколько. Это только викинги, получается, раздел. А там еще есть какие-то разделы. У меня хоть репутация никакая не тратится из-за того, что я их убиваю. Ну, по идее, не должна, ничего же не пишет. А это король какой-то или... Ой, куда это я провалился? Сквозь пол упал? Серьезно? Хорошо, хоть не с концами как-то, а? Нет, ну тут конец, конец карты. За этим замком, в принципе, ничего нет. Ну да. Ну и так большая локация, я считаю, для такой игры. Она чем-то похожа стилистикой на Angry Birds. Это стекло, правильно? Да, это стекло, отлично. Это тронный зал, или что это такое? Ой. Ну они, вот эти вот, они... В принципе, хорошие, они меня не бьют. То есть, получается, есть захватчики-викинги, а есть местные жители, которые добрые, правильно? Ну, я не знаю, я, скорее всего, так догадываюсь, но никакого сюжета нам не рассказывают, поэтому... Ну, не хватало тут еще сюжет какой-то придумать, согласен. А нет, это все-таки плохие, я не понял. Почему некоторые тогда-то меня не бьют, а некоторые бьют? Стой, ты чё? Ой, давайте убежим от них, я не знаю, зачем с ними драться. А чё ты не проламываешься? О, спасибо тебе большое. Убегаем, убегаем. Сюда нельзя. Ой-ой. Да что ж происходит? А чего же так много врагов? Я пытаюсь убежать в какую-нибудь сторону, там где поменьше врагов. Ребят, отстаньте, пожалуйста. Я же никому не хочу ни зла, ничего. Перемещаться можно вообще в любую сторону, в которую тебе захочется. И это круто. Ну что же, ребятушки, давайте тогда на этом и закончим наш обзор. Спасибо большое, что посмотрели. Ссылка на что-нибудь будет в описании. И увидимся в новых видео. Впереди будет еще очень много интересного, поэтому не забывай подрубать колокольчик, писать комментарий и ставить лайк. Это очень помогает развитию канала. Пока-пока!